Положительное ощущение. В компании работать нравится. Лучше коллектива у меня не было ни в одной организации, в которой я работал. Для меня решающим фактором в работе и в интересности в работе является то, что мы делаем что-то по-настоящему новое, то, что до нас не делал никто. Поэтому большинство решений, которые здесь принимаются, проектируются, это как разработка, то есть в которой я участвую, которая мне интересна. Что нравится больше всего? То, что мы творим. То есть непосредственно то, что у нас получается, то, что мы видим глазами, можем потрогать. То, что показывает, собственно, наш результат. Стройки и объекты разные, но эта стройка интересная, в плане того, что такого еще не было нигде. Руководство у нас отличное, прислушивается к каждому мнению, к рабочему, ну, что вопросов не возникает. Для Пуховичского района это классно, это новые технологии, я так думаю, что будет дальше все продвигаться. Зарплата достойная, коллектив у нас хороший, друзья отличные. Я думаю, что стоит работать, и всем, кто не работает, тоже стоит работать. Безусловно, технологии новые есть и чувствуются, и все ждут, когда запустится. Да сам бы хотел бы полетать на этой штуке. Больше 10 лет я уже работаю с кадрами, с персоналом. За последний год мы выросли в 2 раза. Начиналось все от 60, сейчас более 200 сотрудников на нашем предприятии. Уже на сегодняшний день не так много всего сделано, но самое интересное у нас впереди. Поэтому мы ждем с нетерпением запуска, открытия и продолжения не только в нашей стране, но и в других. Умение общаться с людьми – это главное качество кадрового работника.